Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится со 2 по 9 января. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете Renault Megane RS, а за прохождение на 80% – гоночный костюм. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Alpine A110, а за прохождение на 80% – Shelby Daytona. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате зимних игр вы получаете резиновые сапоги «Акула». За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в спринт-кроссе в холмах «Белой лошади» вы получаете «Лотус Элис» 5-го года. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевой гонке на ретро-автомобилях в Астморе вы получаете Mercedes-Benz SL65 Forza Edition. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в спринте в Озерном краю вы получаете Renault Clio 16-го года. И за первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном кольцевом автокроссе в Гарденс вы получаете Terra 1 Гюрха. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам о новых сезонных выходках. Первая выходка называется «Берег озера». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 156 км в час. В принципе, здесь подойдет любой управляемый автомобиль на снежной дороге. Я прошел эту выходку на Mercedes-Benz E350. Следующая выходка называется «Аэродром». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 322 км в час. Здесь вам понадобится что-то очень быстрое и с хорошим ускорением. Я прошел это испытание на Хунниган Форд Мустанг 65 года. Последняя выходка называется «Северный маршрут». Это знак «Опасно», в котором вам необходимо набрать 221 метр. Здесь понадобится что-то с очень хорошей максимальной скоростью и с хорошим управлением на кочках. Ничего лучше не придумав, я прошел это испытание на Rally Fighter. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Лягушка ищет принца». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Austin Healey Sprite 58 года. И все, что от вас потребуется, просто выход из гаража. Следующее испытание называется «Истинный дух». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику на хвосте 5 раз. Техника выполняется в гонке. Для ее выполнения вам необходимо ехать прямо за соперником какое-то время. Следующее испытание называется «Старая добрая Англия». Здесь ничего сложного вас ждать не будет. Вам необходимо просто накатать 16 километров. Последнее испытание называется «Бодрая малютка». Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки. Ну а потребуется от вас получить суммарно 6 звезд за эти скоростные участки. С испытаниями все, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарные золотистые усы, легендарный гудок звук выхода из Windows XP и редкий Porsche Macan Turbo за 450 очков. Ну а за место главного приза до сих пор бесплатные автомобили. А на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, если еще не сделал этого. Всем пока и удачи с выполнением заданий!